Рассаду Гайлардии гибридный мейсерат садоводы ценят за эффектный внешний вид и раннее цветение. Взрослое растение представляет собой куст высотой до 40 см, на котором в начале лета появляются крупные цветы с красными лепестками и желто-бордовыми серединками. Этот сорт можно выращивать на открытых участках и в декоративных вазонах. Цветы на длинных стеблях пригодны для срезки и составления букетов. Гайлардия гибридная мейсерат предпочитает рыхлую сухую почву. При избытке влаги растение отстает в росте. Выбирая место для посадки, следует отдать предпочтение хорошо освещенным участкам. Гайлардия гибридная мейсерат — это травянистые высотой 30-40 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Окраска цветка красная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.